Закликала не геройствувати і не вилазити з окопів. У новому перехопленні ГУР дружина військовослужбовця Збройних сил РФ ділиться хвилюваннями щодо наступальних дій Збройних сил України. Далі пряма мова. Давайте почуємо. Воювати? Ой, господи. А, хвата, це кадировці. Ох, йолки-палки. Ой, господи, да. Так они по всему фронту, говорит, как вы наступают. По всей границе. Они всех тянут. Ой, господи. Димка, хоть это прячься там, не высовывайся. Геройствовать не надо ни в коем случае. Как говорили вон, солдаты в окопах под себя тирут, но голову не высовывают. Ой. Боже мой, а до чего дожили, а? Ой, будь осторожен, но пока.